стало известно, что одиозный генерал Манвел Григорян освобожден под залог. Как пишут армянские СМИ, суд первой инстанции решил изменить меру пресечения Григоряна. Его адвокат Арсен Мкрчян сообщил, что суд изменил меру пресечения с ареста на залог в размере 25 миллионов драмов. Еще один герой Армении оказался негодяем и убийцей, закономерность. Напомним, что 19 июня парламент Армении дал согласие на арест Григоряна на основании ходатайства Генеральной прокуратуры и лишения его депутатской неприкосновенности. Ему были предъявлены такие обвинения, как незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, присвоение или растрата чужого имущества, веренного виновному, в особо крупных размерах. Как мы видим, что совсем нехилый букет всяких преступлений, но... Деньги делают чудеса, так как сладкой парочке, Ане Акопян и ее мужу Пашиняну, эти денежки совсем не помешают и карман особо не оттянут. Должны же они праздновать дни рождения своих детей в первоклассном ресторане Армении. Да и сынок их должен служить не голодая, вдали от передовой линии. Освобождение генерала Манвела вызвало взрыв недовольства в Эчмиадзине, городе, который долгое время служил так называемой площадкой для игр, для Григоряна и его семейства. Как сообщают армянские СМИ, жители города Эчмиадзина проводят акцию протеста в связи с освобождением генерала Манвела Григоряна. Несколько десятков граждан со вчерашнего дня перекрыли трассу из Эчмиадзина в Ереван, требуя вновь арестовать Григоряна. Митингующие заявляют, что будут бороться до тех пор, пока Григорян вновь не окажется в тюрьме. Они не имеют права освобождать человека, который 25 лет держал в страхе Эчмиадзин, совершил множество преступлений. Место предателя нации, тюремная камера, заявил один из участников акции. Под залог освобождают тех, кто не представляет угрозы для общества. Однако все мы, все эчмиадзинцы и знают, что он собой представляет, подчеркнул другой участник протестов. Он добавил, что многие люди из других районов страны выражают свою поддержку протестной акции и готовы присоединиться к ней. Трасса перекрыта, в том числе, легковыми автомобилями и грузовиками. На месте акции присутствуют представители полиции. Митингующие пропускают лишь кареты скорой помощи. Напомним, что ранее Манвел Григорян выразил готовность подарить государству имущество стоимостью более 5 миллиардов драмов, 10 миллионов долларов. Речь идет о хозяйстве по разведению шиншилл. Может быть, это и послужило причиной освобождения преступного генерала под залог. Генпрокуратура Армении обжалует в апелляционном суде решение суда первой инстанции об освобождении депутата Армении, бывшего председателя Союза добровольцев Еркрапа, генерал-лейтенанта Манвела Григоряна по прозвищу Манвел Тушенка, из-под стражи под залог. Напомним, генерал Манвел Григорян командовал 5-й бригадой армянской армии, оккупировавшей территории Азербайджана. Джабраил и Физули. Именно он разграбил Физулинский район и отличился особой жестокостью по отношению к азербайджанским пленным.